Всем доброго времени суток, и с вами Пуджета. Сегодня я буду снимать обзор на персонажа, который скоро будет в Доту. Его название будет Winter Wyvern. Он, как и большинство персонажей из Доты, взяты из Warcraft 3. Ну что ж, приятного просмотра. В Warcraft Winter Wyvern это простой крип под названием Ледяной Змей. Так как крип, способность у него всего одна, один скилл всего лишь. И то пассивный, ледяное дыхание, обездвиживает здание какое-то, будь то башня, будь то бараки, на 5 секунд. В доте, я думаю, это будет ульта. Я думаю, что она будет также пассивной. На персонаже этот скилл действует как замедление, например, как пассивка вайпера, но не замораживает их. Это будет гроза башен, очень большой дамаг у этого крипа, его боятся даже герои. В Warcraft этот дамаг это в районе 100, в доте, я думаю, это будет под 400 как-то. Будет входить в топ-5 дамагеров доты, там, может, топ-10 хз, ну, не суть. Один из самых дамагерских персонажей, думаю, будет в доте. Большое количество этих дракош. Вообще страшная сила в Warcraft. И напоследок скажу то, что... Вот этого персонажа, выхода этого персонажа в доту я жду гораздо больше, чем ждал Минёра или Оракула. Я думаю, что этот персонаж будет таким... Одним из самых жестких таких кэрри, прям, по типу Джиггернаута. Ну, то есть, с саппортом он не будет точно. Как, например, Оракул, который недавно вышел. Вот, этого персонажа я очень жду. И я надеюсь, что мои ожидания оправдаются. Если вы хотите еще увидеть видео такого плана ностальгического, то тогда напишите это в комментах. Если будет достаточное количество комментов, то я выпущу видео, где вы сможете увидеть персонажей из Доты, какими они были в Warcraft. Потому что Warcraft это мать Доты. Вот так скажу. И на прощание посмотрите мувик, который будет в конце. И прям вот в самом конце видео я вам покажу Пуджа, каким он был в Варкрафте. Приятного просмотра мувика. We are uninvited again.